Ну что ж, друзья, сегодня пятница. Дэн! Красавчик! Я вообще не понял момент это, блядь, я думал, он отдельно будет все записывать. Да, давай. Дэн! Красавчик! Я! Ну что ж, друзья, проснулись мы сегодня, и ехать сегодня у нас будет, сегодня будет битва стартапов. Это мы чем занимаемся? Бьем стартапов. Вчера мы немножечко посидели, отдохнули. Сегодня все на позитивчике. Вот. Занимаемся спортом. Покажи, как занимаемся мы спортом. Подписчики постоянно спрашивают, как вы выглядите так хорошо. Вообще-то я спортсмен, посмотри, какой сухой. Йо, вот, это, кстати говоря, настоящие спортсмены, профессионалы своего дела. Вот, занимаются каждый день спортом, и поэтому они выглядят так замечательно. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите быть такими же красавчиками, мы сможем вам это дать ценность, поэтому пальцы вверх. А спонсор сегодняшнего нашего мероприятия — это новая компания, никому не известная называется, но она будет известна через какое-то время. Ну что ж, друзья, видите, слышите колокольный звон? Вот в центре Минска. Будете проезжать, обязательно найдите кафе, называется Пинки Бандинские. Вкусная здесь еда, вот. классное такое атмосферное место, вот. очень приятно здесь находиться. В общем, найдите это место, находится оно на Комсомольская улица, по-моему, 13, Комсомольская 13, по-моему, если я не ошибаюсь. Так что заезжайте сюда. Покажу вам еще это место изнутри, как оно прикольно смотрится. А. Вот тут местные минчане. Мы посмотрим, как голосует сегодня жюри. Какая дискуссия происходит здесь? Это как по коллективу. А чувство его лица нет. А, вот так. Ну как проект? Ну, парочка мне понравится. А это же круто. Конечно, круто, когда есть хоть что-то. Хоть что-то. Это из тысячи выбирали, тысячи. По пустыне ходили пешком и выбирали проект. Ну, откапывали. Ну, будем вау, изи. Мои блогеры, мои подписчики, вам специально говорю, что это правда. Хотят профинансировать и профинансировать. Здесь собрались все звезды. Здесь очень много денег собралось в одном помещении. Поэтому что мы сейчас их всех закроем здесь и не будем выпускать? Планируем закрыть нас? Да. Передаю привет маме. Мама, ты меня точно будешь смотреть в Фейсбуке. Сегодня вечером. Принимайте честные решения. А у нас только честные решения принимаются всегда. Есть математика. Да, у нас объектив. Йо-йо-йо. Ну, в общем, вы наверняка меня узнали, это Дэн Красавчик, да, это я. Вот, минские тёлочки. Ну, мои подписчицы, я встретился специально с подписчиками моими из Минска. Я хочу от тебя детей, да. И с подписчиками. Давай сделаем дитя на винтеке. Так вот. Суть в чем, как бы. Всем привет еще раз. Это Минское море. Так называется Минское море. Какое-то оно море. Напоминает чем-то Пирогов.
Очень атмосферненько здесь. Есть такой вот ресторанчик. В общем, норм. Приезжайте. А сейчас я хочу спросить какого-нибудь местного жителя, как ему нравится здесь, он долго ли тут живет. Извините, можно вам задать вопрос? Да, конечно. Скажите, вы вот местный житель, да? Да, я здесь уже 15 лет. Так вот. Вам смешно, да? А GoPro компания заботится о тех, кому смешно. И дарим вам улыбки. Так вот. Минские. Есть ли тут рыба? Здесь? Здесь, да. Нет, здесь рыбы нет. Здесь рыбы нет. А что здесь есть? Здесь есть яхты, причалы, лодки и люди. Ну, а пока мы обсуждаем людей, я вам скажу, что следующее наше мероприятие состоится уже 3 числа июня для Сбербанка. А скажите, пожалуйста, вообще, почему тут мало так лодок? А все уплыли. А куда уплыли? Туда. Правильно, они уплыли куда? На наше мероприятие, которое пройдет в августе месяце в Сочи. Регата. Ну, у нас мы практически запрещаем рекламу на нашем канале. Ну да. Расскажите вообще общее впечатление об атмосферности вот этого региона. Мне все нравится. Мегаплан, покупайте правильные серебки. Очень. Ну, а как я вам обещал, я в поисках настоящих белорусских парней, которые живут очень давно. Я сейчас возьму еще одно интервью. Добрый день. Ага. Добрый день. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, ага. Как вам здесь живется? Вообще отлично, это лучшее место на планете. Отлично. Ага. Скажите, почему вы не попадаете в кадр? Вы в кадр, не попадаете в кадр. Потому что основной продукт питания это картоха. И моя харя настолько большая, что она просто не влазит. А можете сделать брррр? Вот так же вот минчане. Не забываем подписываться на канал. Дэн красавчик, йо-йо-йо. Лёх, как тебе здесь, в Минске? Достаточно неплохо. Что тебе больше всего не понравилось? Салат. Салат? Да. Очень необычно. Вчерашний салат. А почему ты ешь сегодня вчерашний салат? У меня он настолько имел долгоиграющий вкус, что я абсолютно достался на мои. Ну а как вчера там вообще Забитская улица? Как бар, чердак на крыше или как он там? Чердак оказался очень хорошим, очень вкусные коктейли там. Остальные заведения тоже очень достойные, на самом деле, очень достойные. Да? Да. А как тебе местные девушки? Красивые, милые даже, я бы сказал. Ну, не видно, знаешь, у них какой-то покладистости. Ну, то есть нужно приручать, да? Да. То есть, мне смотри, кажется, ты, уточка плывет рядом с тобой, смотри. Они меня любят, ты знаешь. Вообще, вот вся живность, она всегда вот как-то рядом со мной. Да? Да. Вот. Да. Всегда. Я похож, знаешь, на кого в твоей сейчас стариками? Как будто я такой, знаешь, приехал на Астрахань, самов долбил. Слушай, а правда в Астрахани девушек называют самами? Да, абсолютно так. Да? Да. Ну, они просто это, за место ног, у них хвосты. Смотрите, уточка как прям. Кря-кря-кря. Кря-кря-кря. Дональд Дак, иди сюда. Короче. Илюх, да. Ты бы хотел бы приехать еще сюда? Вот прям конкретно на это озеро? Да, прям на это озеро. Возможно, в дальнейшем я как бы даже бы взял лодку с такой вот с весла. Ты здесь когда последний раз был? 2.5-3 года назад. Что-то изменилось? Да. Появилась улица Забытская. Да, улица Забытская, появились нормальные бары. Раньше появились нормальные бабы. Да. Бабы. Не, раньше прям было только кафе, Гранд кафе, вот, да? Такое. Ну, оно и сейчас существует там. Понятно. А сейчас вот точно. Ну что, друзья, сегодня пятница, йо-йо-йо. Всех приветствую. Решил снять вот эту атмосферность здесь какая. Посмотрите, как тут красиво. Очень красиво. Тут очень красиво и погода шикардос просто, шикардос. Опять друзья мне, мои подписчики спрашивают, у меня их трое. Говорят, в этот раз присоединился еще один.
аноним. Ставят дизлайки все время. И вот мои подписчики спрашивают: Дэн, расскажи. Ну расскажи, пожалуйста, как быть красавчиком. Это не секрет, ребят мои. Рассказываю. 44 правила красавчика. Как быть красавчиком. Я уже рассказал 19 правил из 44. Сегодня 20-е юбилейное правило. 20-е. И это не секрет, я буду рассказывать. И вот какое правило. Пока голосует жюри, я вам расскажу правила красавчика. Йо-йо-йо, сегодня пятница, друзья. И вот мои подписчики спрашивают: Дэн, расскажи, как быть красавчиком? Это не секрет, я рассказываю. У меня 44 правила красавчика. Мы находимся сегодня в Минске. И правило красавчика гласит: находи свою ценность в своем бизнесе, находи ценность в себе, а только потом предлагай выходить на рынок. Так что ценный результат всегда есть достижение новых результатов. Ну вот, друзья, вы посмотрели это правило. Надеюсь, оно будет для вас очень полезным. И вы сможете стать красавчиком. А чтобы стать лучшим красавчиком, ставьте Дэн Красавчик, хэштег Дэн Красавчик. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии, не комментарии, посты, перепосты. А спонсор сегодняшнего нашего выпуска — это компания Сбербанк. Наш спонсор на следующем мероприятии. Йо-йо-йо. А если это не Сбербанк, то ну какая-то другая компания. Надеемся, что Сбербанк. Пока-пока. Подожди. Я, блядь, все это нахуй не записывал?